Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні у цій студії ми будемо спілкуватися із Сергієм Бурковцем, директором товариства з обмеженою відповідальністю «Южна судоремонтна компанія». Я вас вітаю. Ну і, звісно, говорити будемо про суднобудування, судноремонт, про галузь, яка вже не перший рік переживає не найкращі часи, але, принаймні, і наш сьогоднішній гість у цьому впевнений, перспективи у цієї галузі є. Отже, Сергію, останнім часом ви неодноразово виступали з ініціативами щодо розвитку безпосередньо миколаївського суднобудування. І не лише в Миколаєві виступали, але і в стінах Верховної Ради. Будь ласка, трошки докладніше про це. Це тільки ваше бажання, чи до вас вже звертаюся, як до експерта? Ну, знаєте, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. І, дійсно, на данный момент сложилась ситуация очень катастрофическая в целом в отрасли, и не один год уже об этом говорится, но тем не менее надо делать какие-то шаги, надо об этом говорить, надо предлагать, прежде чем опускать руки и сдаваться. Поэтому действительно было приглашение на круглый стол в Комитет Верховной Рады по предпринимательству и промышленности. И с удовольствием принял участие. И хочу отметить, что довольно-таки конструктивный получился диалог на этом круглом столе. Там были еще представители предприятий? Да, это был и Василий Викторович Федин, директор Smart Maritime, это были руководители предприятий с Одессы, с Херсона, Мариуполя, Киева, были представители науки, это были ректоры высших учебных заведений, это были народные депутаты, mm-hmm. в частности Андрей Алексеевич Водотурский, Виктор Голосюк, который глава комитета промышленной политики и предпринимательства. Хочу отметить, вот его действительно такая позиция проукраинская и предпринимательская, она очень помогает. И я вижу реальные шаги в этом направлении. То есть можно сказать, что настроение было оптимистичное? Очень да. Ну, тогда расскажите, на чем это основывается. В целом, я бы хотел, вот и готовясь к выступлению на круглом столе, я вот для себя обозначил три составляющих. И уже там в некотором интервью об этом говорил, что для нас, для производственников, очень важный момент, очень важно три вещи, три момента. Это что делать, то есть что строить, что ремонтировать, где это делать, это производственная мощность, и кем это делать, это кадры, совершенно верно. Так вот, в этой связи у меня есть, скажем, свои наблюдения по этим трем аспектам. Первое, что делать? То есть, какие заказы нам выполнять? Вот для любой компании, для любой верфи, для любого завода важно иметь заказчика, потенциального заказчика, потенциального работодателя. То есть, тот, кто будет заказывать, будь то ремонт плавсредства, будь то его постройка. Так вот, к сожалению, на сегодняшний день ни государство в лице Министерства обороны, военно-морские силы, ни администрация морских портов, ни даже гидрография, которая имеет, ни одна из этих структур не имеет, в целом не имеет возможности государства заказывать новострой. Что это значит? Это значит, что... Не Укрречфлот, как наверное, единственная судоходная компания государственная. Как раз Укрречфлот не есть государственная компания. Ага, это акционеры, да, это частная... Это частные акционерные государственных судоходных компаний у нас нет. Государственных судоходных компаний у нас нет. У нас есть Техфлот, принадлежащий администрации морского, АМПУ, администрации морских портов. И да, и там пограничники, которые в Министерстве внутренних дел, и сбройные силы. Да. Так вот, что это значит? Это значит, при отсутствии государственных заказов,
отрасль в целом терпит убытки. Она, скажем, занепадает. Мы на примере 61-го завода мы видим, государственный завод, нет государственной поддержки, нет государственных средств, все, мы теряем предприятие. Что касается частников, ну, они по-своему как-то выживают. Вот взять во внимание постройку любого танкера, сухогруза, там, длиной 120 метров. Для выполнения такого объема работ и для постройки необходимы средства, около, там, скажем, 10-15 миллионов долларов. Для начала работы. Для выполнения этого заказа. Многие владельцы, судовладельцы, которые размещают заказы, они не дают предоплаты в размере 100%. Они не могут обеспечить финансами, потому что тоже это для них большие средства. Так вот, верфи или заводу, для того, чтобы взять кредит, необходимо заплатить большущие проценты, что негативно влияет на стоимость в целом заказа. И получается, что наши мощности, наши заводы, имея дешевую рабочую силу по сравнению с Европой, имея дешевле энергоносители, имея дешевле материал, то есть сталь, прокат и так далее. Но в целом, после уплаты всех вот налогов и кредитов по процентов по кредиту, мы получаем для себя стоимость нашего заказа на несколько миллионов дороже. Ну, это привет нашей банковской системе, которая. Это абсолютно мешает нам конкурировать с любой, даже европейской, не говоря уже за азиатские верфи, где мы видим Корея, которая вырвалась на первое место, мы видим Китай, который там по 30-40 судов в месяц сдают, и это проблема. И вот, собственно, без поддержки государства, мы никак не выживем. И отрасль, она будет катастрофически сползать вниз, мы будем утрачивать навыки, мы, к сожалению, будут предприятия разрушаться, оборудование будет приходить в негодность, люди будут уезжать в поисках лучшего заработка в другие страны. И мы, получая, вкладывая деньги в обучение, мы будем специалистов обучать для других предприятий. Это первый момент. Давайте немножко все-таки подробнее насчет государственной поддержки. Что вы имеете в виду? Государственные гарантии, предоставление вот льготных кредитов? В частности, на круглом столе в Верховной Раде Украины были уже озвучены реальные шаги. То есть для проведения этого круглого стола несколько шагов было предпринято изначально. Так вот, уже на сегодня в законопроект в Верховной Раде, и он принят уже, он уже на подписи у премьер-министра, о кредитно-экспортном агентстве. Что это значит? Это значит, что орган, уже есть закон, уже до конца следующего месяца, до конца ноября, это кредитно-экспортное агентство будет работать. Как оно будет выглядеть? Это будет структура, которая, я подаю заявку, как предприниматель, как предприятие, подаем заявку для того, чтобы получить кредит. Это будет обрабатываться, будет собираться информация, и это кредитное экспортное агентство будет анализировать все, что происходит на рынке кредитования. И это очень важный момент, потому что уже сигнал для Национального банка Украины, который для проведения таких больших проектов будет финансировать за счет государства. Это уже мы видим шаг навстречу, потому как мы сможем, скажем, за вразумительный процент брать кредиты на выполнение объемных заказов. Ну, судя по названию, это возможность для тех, кто экспортирует услуги? В том числе. Но не исключительно. На данном этапе, вот, собственно, администрация морских портов Украины, АМПУ,
уже разработала программу на несколько лет по модернизации флота. И в перечне тех судов, которые планируются, есть несколько земснарядов. Но это технический флот. Это технический флот, но это позволит... Я понимаю, это важно для вас в том числе, да, но я просто уточняю. Да. Это позволит, да, это позволит в некоторой степени загрузить предприятия Украины и Николаева в частности, потому что ну, из 10 больших судостроительных и судоремонтных заводов 4 из них находятся в Николаеве. И этим нужно пользоваться, и это факт, и мы не можем от этого отказываться. И вот такие, скажем, программы администрации морских портов, они важны, и если это стартанет, то в будущем какой-то просвет в этой отрасли есть. К сожалению, просто по опыту мы знаем, что создание подобных агентств, оно очень часто выливалось в создание новых схем, для специально избранных предприятий, и максимум может быть отраслей, но не всегда это касалось реальных производителей. Ну, дай-то Бог, как говорится. Да, не хотелось бы так пессимистически к этому относиться, но в том, что еще немаловажно было озвучено на круглом столе, это уже разработан закон, который заморозил индексацию налога на землю для судоремонтных предприятий. Значит, было постановление Кабинета министров, предложение Кабинета министров о том, чтобы повысить налог до 15% и ставку оставили на уровне 6%, которые это уже, можно так сказать, это отстояли, и это очень большой плюс для предприятий, которые, скажем, в условиях неработающей и умирающей экономики, как-то держатся, у них есть большие площадя, за них надо платить, и это сказывается на состоянии в целом. Я бы еще хотел отметить, вот, коснулся заводов, второй аспект это где строить. Повторюсь, 4 завода в Николаеве есть. Есть и Килийский завод, и Ильичевский судоремонтный. Вот. Собственно, потенциал для выполнения ну, задач по строительству техфлота, о котором мы ранее говорили, по освоению, скажем, судоремонтного сегмента европейского заказчика у нас есть. То есть базы, есть... Но, повторяюсь, это нужно, скажем, опять-таки, помощь государства, потому что ну, приходит судно в режим временного ввоза, мы закупаем запчасти, запасные части, мы закупаем материал, сумасшедших каких-то денег стоят заходы, очень больших денег пошлина на ввозимый товар, который потом уходит судном работать за границу. То есть получается, что мы два раза платим, покупая, нужно заплатить и пошлину, которую мы должны там заплатить в таможне. Это опять-таки накладывается на окончание, на стоимость ремонта, и, собственно, мы не можем конкурировать с той же Турцией, в которых там оформляют за считанные часы заход. Нету этих бюрократических никаких... Эти все бюрократические, это люди, которые только этим и умеют заниматься, к сожалению. Таких у нас много, которые деньги получают только за то, что ставят где-то печать или подпись свою. Вы про технический флот вспомнили. Я вот просто как пример. Несколько лет назад у Дельта Лоцман появился самое, наверное, новое их судно, земснаряд, ингульский, если не ошибаюсь, построен в Констанце, в Румынии. Там, вы в курсе, очень много судостроительных заводов. И Дамен туда перевел свои мощности. Ну, не то, что перевел, а после того, как в Украине не сложилось у них, после нескольких лет удачных для океана. Для того, чтобы переманить заказы на ремонт, на строительство из той же Румынии, из той же Турции,
Достаточно ли будет использование более дешевых кредитов? Ну, мы, в принципе, тут подходим уже, наверное, к третьему вопросу, да, кадры. Что еще нужно для того, чтобы... Ну, смотрите, я бы вот, собственно, остановился на этом примере. Угу. И Дельталос, он, это не единственный заказчик, который разместил заказ за границей. Тот же Небулон был построен, плавкран Святой Николай. Вот. Хотя изначально несколько барж было построено, и буксиры Небулон-1, Небулон-2 построены на заводе «Океан». И вы знаете, ну, наверное, я уверен, что, скорее всего, политика акционеров на заводе «Океан» привела к тому, что, ну, получился такой сбой. Это не из-за того, что не было кредита, потому что, ну, Небулон достаточно платежеспособная компания, которая, вот, насколько я знаю, там уже ситуация с менеджментом пошла до такой степени, что Алексей Афанасьевич там сам приезжал, проводил совещание, давал команду, какой металл как резать, и, собственно, я уверен, пройдя вот эту школу постройки своих буксиров, он принял решение, что ему, наверное, все-таки легче купить завод, восстановить и сделать, и строить для себя, имея опыт постройки за границей в Констанце. Потому что это, во-первых, туда нужно ездить, контролировать, возить регистр, потому что это было под надзором регистра судоходства Украины, возить приемщиков. И опять-таки, Небулон, они патриоты, они тянут все в Украину. И я думаю, что, наверное, отвечая на ваш вопрос, недостаточно одного кредитования для постройки. Все-таки должна быть выстроена и система менеджмента, и система управления. И, наверное, для поисков заказов то же самое, если мы говорим о поддержке государства, должно, наверное, там, Министерство внешней политики или Министерство иностранных дел работать тоже в этом направлении. Если едет куда-то делегация, надо, наверное, привлекать отдел по поиску потенциальных заказчиков. Наверное, надо все-таки презентовать наши мощности и наши возможности. И в целом совокупность этих факторов, ну, какой-то результат даст. Что немаловажно, я бы хотел еще заметить, это есть такой разработан закон «Купуй украинское, плати украинцам». О чем это говорит? Это глава комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк. Он, скажем, идейный вдохновитель этого. И как это работает? Идея проста. То есть, если мы, используя украинские материалы на украинских предприятиях, привлекая украинских рабочих, производим что-то, соответственно, государство должно поощрять, совершенно верно. То есть, и это, скажем, во всех сегментах экономики. Это не только судостроение или судоремонт. Это может и машиностроение быть, и автомобилестроение. То есть, все, что угодно, и пищевая, да, промышленность. И это очень, очень интересно, потому что, ну, вот, закупая трамвай где-то за рубежом, за определенные деньги, мы можем эти деньги пустить, например, там, какое у нас в Одессе. В Одессе уже есть предприятие, которое выпускает и электроавтобусы, и трамваи, ну, львовский завод. Вот. Так это, да, я понимаю, что, может быть, мы по качеству там будем, ну, извините, мы, если не будем делать, то мы будем и хромать по качеству. Может быть, все-таки нам стоит на это обращать внимание и пробовать уже загружать свои предприятия и
давать своим людям работу. Тут насчет качества, да, и цены. Первая, конечно, мысль по этому поводу, что то, что более качественно, то и следует закупать. Но если речь идет о производстве, о том, что, кто-то вкладывает деньги в то, чтобы произвести, то, естественно, он будет заинтересован и в цене, и в качестве. Я вам приведу сразу же пример. Приведу. То есть я просто про ту вилку мысленную, когда... Одно дело купить за рубежом, другое Минский дело автомобильный создать завод, самим. МАЗы. Мы видим, хорошая машина. Я еще помню, эти машины очень такие, их называли все время трудяшки. И Кременчугский автомобильный завод, КРАЗ. Ну, мы на уровне, сейчас вот посмотрите, какие КРАЗы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, в связи с этой вот мобилизацией и все-таки вниманием к нашей армии. И сколько мы получили машин, красивых, мощных, и свободно конкурируем с белорусами. И на этом примере оно видно. И это хорошо, потому что предприятия мы загружаем. То же самое может быть из, например, и вагоностроительные отрасль, и трамваи, о которых мы говорили. То есть это можно применять в любом секторе экономики. Кадровый вопрос, немножко подробнее, каковы здесь перспективы, ну и опять-таки мы упремся в результате в то, чем заинтересовать молодого специалиста здесь. Здесь уже не только работа должна быть, но и условия, и зарплата. С самого начала. Наверное, один из больных вопросов – это кадры. То есть у нас, к сожалению, мы наблюдаем вот такую утечку и умов, утечку и рабочих рук. За последнее время, там, по некоторым подсчетам, только одна Польша приняла несколько миллионов наших соотечественников. Это, конечно, наблюдать больно. Миллион я слышал точно. Да, это наблюдать за этим больно, обидно. Но здесь, скажем, люди все-таки выбирают лучшего себе и заработка, и лучших условий, да, на чужбине. Оно тяжело, но все-таки, наверное, материальный фактор, заработная плата играет свою роль. И это то же самое вполне, ну, это стопроцентная государственная должна быть политика. Ну, наверное, все-таки период такой в нашей стране, что мы его должны пережить. Потому что несколько европейских стран когда-то так... Тоже у них было. У них, например, югославы ехали в Италию работать там, в 90-е годы, итальянцы там в 70-х ехали в Америку зарабатывать, потом турки в свое время ехали в Германию работать. Вот. Ну, я бы хотел отметить, что здесь, конечно, мы должны больше, наверное, делать популярные рабочие профессии. Но рабочую профессию мы не сделаем привлекательной, если за нее не будут платить достойные деньги. То есть молодежь не пойдет, ну, она просто не идет работать на завод, а еще с маленькими зарплатами, то тем более. И вот здесь вот эта вся совокупность тоже факторов подъема экономики, это напрямую связано будет с оттечкой кадров за границу. То есть, если мы будем обеспечать, неплохой сейчас в парламенте закон о возрождении судоходства, вот, и мы здесь мы можем сыграть, скажем, наши высшие учебные заведения, которые выпускают судоводителей, механиков, вот, здесь вот этот сегмент мы можем перекрыть именно нашими специалистами, которые позволят хоть какую-то часть оставлять ребят здесь, в Украине. А в целом, ну, ситуация очень плачевная, и даже ее, скажем, очень тяжело комментировать. Потому что, вот, например, наша компания, ну, остро стоит вопрос кадров. Я при каждой возможности там, пользуясь случаем, приглашаю молодежь даже без опыта работы. Мы идем на то, чтобы обучать, мы идем на то, чтобы поощрять даже практикантов, которые приходят, вот, рассказываем, предлагаем.
ездим, как вот раньше покупатели, ездим в ПТУ, в лицеи, договариваемся, вот ребят там, сварщиков там, скажем, автомобильных, по ремонту автомобилей приглашаем, потому что, ну, там, год-два обучаем уже немножко там судостроительных профессий. Вот у нас остается буквально одна минута, Сергей. Самое печальное, конечно, во всей этой ситуации то, что государство, невзирая на сложности, вроде бы то, что известны давно пути решения глобальных проблем, вместо того, чтобы давать больше возможностей и больше воздуха предпринимателям, но, к сожалению, пытается побольше выкачать средства именно сегодня. Но не хочу на пессимистичной ноте заканчивать вот где-то за 30 секунд. Расскажите, на что вы надеетесь? Вы вроде как, невзирая на то, что называетесь предприятием судоремонтным, надеетесь, что все-таки получите заказ на судостроение, да? Или на строительный? Ну, полминутки. Однозначно, я уверен в том, что мы и уже определенные наработки в этом плане есть. Мы все равно из судоремонтного предприятия превратимся в судостроительные. И я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что в следующем году мы что-нибудь построим, будь то баржа, будь то сегмент баржи, будь то какая-то часть плавсредства. Но это однозначно будет, я это уже вижу. И хотел вот, скажем, под лежачий камень вода не тече. То есть будем работать, будем двигаться дальше, не опускаем руки, и все у нас получится. Потихонечку мы должны об этом говорить, мы должны это обсуждать, и какие-то шаги вперед все-таки будем делать. Дякую Сергею, дякую всем, кто был с нами. Побачимось в эфире.